Приветствую вас, так и далее Редкайт. Сегодня мы продолжаем нашу японскую историю, которая случилась в поезде. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите, как я дошел сюда, пройдя синие вагоны. И сейчас, ребята, мы попали к люкс, я так понимаю, вагон. Ой, девушка, не проходите мимо, можно, пожалуйста, колу? Девушка, мисс, мадемуазель. Hello? Она меня слышит, интересно. А можно мне взять что-нибудь покушать? Ага. Ноги расставил. И замер. Интересно. Так, ну окей. А можно взять что-нибудь покушать у вас? Может быть, хот-дог? Может быть, колу? А, можно взять что-то? Нет? Да? Вот. Походу у меня, ребята, билета нету. Мне ничего не дадут. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Темные. О-оу. Простите, у вас глаз светится. И руки трясутся. Это нормально, да? А, ну, ладно. Рад был пообщаться. Вообще все такие дружелюбные здесь. В этом бизнес-классе. Так, эту сторону я посмотрел. Сейчас будем смотреть, ребята, правую сторону. Может вам помочь? Мужчина, может я могу чемодан вам спустить вниз? Нет? Не надо? Ладно. Окей. Так, идем дальше. Вот тут почему-то светится место. На 12 месте светится место. Напротив этой девушки, которая со светящимся глазом. Ладно. Ой, здравствуйте. Извините, мисс, мадемуазель, вы, по-моему, печатаете ничего. У вас не открылся редактор. Но, похоже, это тоже не смущает. Слушайте, вообще такое впечатление, ребята, что просто замер во все время и ничего не происходит. Так, ну, по идее, вот этот вот... Тут не должно быть аномалий, поэтому я иду сюда. Тут все наоборот. Если нет аномалии назад, если есть, то вперед. Так, есть два туалета у нас. Опа, чай, опять седьмой. Походу, там была какая-то аномалия. Может, то, что глаз светился у девушки. Скорее, что нет. О, здрасте. Анущи. Ты человек? Ну, как-то да. Грубо, конечно. Ты меня дурачить меня? Ты носишь костюм. И что? Странно. Ты вроде не похож на остальных. Могу сказать с уверенностью. Итак, молодой человек, как давно ты уже здесь лутаешь? Ну, наверное, минут уже 30. Не совсем понимаю. Тебе встречался кто-то в поезде? Мальчик, девочка, еще спящий чувак. Ну, короче, да. Я видел мальчишку в ходе. Неплохо. С высоты моих превосходных наблюдательных способностей. И 84 лет жизненного опыта. Я могу сказать, что большинство всех, кто находится в поезде, вовсе не являются настоящими людьми. Но это я уже понял. Они не реагируют, когда ты пытаешься вести с ними разговор. Знакомо. Будто бы они все какие-то роботы. Вот я могу определить человека, когда увижу его. Цмари, вагахай но кецлун ва... Никогда не доверяй человеку в костюме. Сойкото да. Ну ладно. Сода да. Да, еще одно. А то... Одно. Что-то я устал. В три бреда. Не возражаешь, если я немного сдребеду? Да пожалуйста. Но перед этим я... Не умри, пожалуйста. Ты... А, ну все. Ну, короче, заснул. Класс. Отличный познавательный разговор. Мы узнали о том, что тут какие-то призраки или роботы, но явно не люди. Давайте, ребята, посмотрим, какие вообще аномалии тут встречаются. Нет, клацаю дверью. Смотрю, что-то поменяется или нет, но вроде ни на что это не влияет. Так, ну ладно.
Давайте пойдем посмотрим, что здесь. Дверь, подожди, а старичок тут остался, интересно? О, да, стоит. Спишь? Ну, спи. Ладно, пойдем в эту сторону. О, стюардесса идет уже. А что он так быстро? Ой. О, боже, нет, его убило! А, нет, слава богу. Я думал, откуда тут кровать упала? При чем тут? А как она тут очутилась? Что за бред? Хорошо, хоть не старичка не убила, и то славненько. Да, интересно. Интересно. Как она очутилась, тут непонятно. Так, там у нас, походу, стюардессы даже нету. Так, я все равно не понимаю. Что это было? Смотрите, ребята, вагон пустой, нету стюардессы вот этой, которая между рядами ходит. О, вообще никого нету. Ой. А, короче, это призрак из-за того, что я 3 раза неправильно угадал. Сейчас меня убьют. Боже мой, страшно-то как. Все, да? Окей, понятно. В общем, каждые 3 раза, когда я буду ошибаться, меня будет убивать призрак. Весело. Так, ну я не останавливаюсь. Сейчас прохожу, будем считать, что везде аномалия. Шестая комнатка у нас. Так, прохожу. Ой. Пожалуйста, сядьте на ваше место. Ваш номер. Так, подожди, а какое место? Ну, как сесть? Подожди, а как сесть? Надо сесть как-то, а как сесть? Не могу сесть. Ваш номер 6. Ой. Там еще надо было на определенное место, да, сесть? Здрасте. Я без билета. Кайф. Меня опять убили, ребят. О, боже мой. Постоянно убивают в этой игре. Так. О, мальчик. Я видел мальчика. Подожди. Братик. Думаешь, у нас получится выбраться живыми? Хотелось бы верить, лучше подумай о своей сестре. Так, ну короче, он на все так отвечает, то есть никак. Слушай, я не знаю, как ты, но я собираюсь выжить. Поэтому идем дальше. Боже, что происходит в этом вагоне? Дурдом веселка. Так, идем дальше. Второй, ребята, у меня уже второй. Второй. Так. Пожалуйста, дайте какую-то аномалию, чтобы 100% была аномальная аномалия. Чтобы я был уверен, что это аномалия. Так, ну что, аномалия есть или нет? Я не знаю, ребят, я половину аномалии вообще не нахожу. Чисто наугад. Ладно, буду надеяться, что тут была аномалия. Сейчас будет 1. Да. Там была какая-то аномалия непонятная. Ладно. Так, я тут все обрыскал, короче, не понимаю. Мне кажется, что здесь аномалий нету. Поэтому я выхожу. И... Нет! 7! На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Как вы поняли, ребята, это не все так просто. Ладно, давайте я вам покажу еще интересные моменты, которые у меня встречались. Так, это я тренируюсь, ребят, скоро вы поймете почему. Тут... Ой, смотрите, она на меня смотрит! Это аномалия. Однозначно, проходим. Она не должна смотреть на тебя, не должна улыбаться сильно. Не должна ехать на тебя с тележкой! Вот из-за этого, ребята, момента я стал все время заходить за кресло. Потому что она меня сбила уже 1 раз с тележкой, я уже знаю об этом. Так, вот такая вот еще интересная карта. Такое впечатление, что это какой-то не поезд, а уже самолет стал. В общем, тут у нас аномальный дым. Также смотрите, ребята, на ноги этого чувака. Они иногда могут быть деревянными. Так, следующая аномалия, ребят. Кстати, на 6 комнатке всегда какая-то аномалия почти случается, поэтому можете ее смело проходить как аномальную комнатку. Так, она не бежит с тележкой на меня, можно, значит, идти.
Это что было такое? Дверь уехала вместе с чуваком. Ой, это было стрёмно. Май гаш. Май гаш. Зелёный, иди. Красный, остановись. О, ребята. Ребята, наша любимая игра. Игра в кальмара. Зелёный, иди. Красный, стой. Зелёный, иди. Красный, стой. Боже мой. О, боже мой, у меня чуть сердце не остановилось. Ты чё, чучело? Это что такое было? Я в шоке. Может, оно тогда он там спрятался? Я боюсь туда идти теперь. Вон, смотрите. Смотрите, смотрите. А что делать? Я не знаю, что делать. Он подбежит на меня? Вроде нет. Так, ладно, давайте попробуем пробежать. Дверь открылась, ноль эмоций. Все. Фух, убежал. Фу, вот это прикольно, кстати, было. Вот это прикольно было. Он приближается. Кто он? Он приближается. Так, кто-то приближается, надо стоять. Он здесь. Кто он? Где он? Я так и не понял. Короче, свет погас. Я не двигаюсь на всякий случай. Кто-то здесь был, но я его не видел. Ну и, собственно, все. Дальше вы можете спокойно идти. Вот так вот. И мы себе спокойненько топаем. Нулевой! 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 Пожалуйста, ну, угадай! Это было, ребята, обидно. Это было досадно. Но я потом уже третий раз переиграл и наконец-то добрался до этого машиниста. Машиниста тут не оказалось, но оказалась зеленая кнопочка, которую я нажал. После того, как я это сделал, я смог остановить поезд. И сейчас я так понимаю, что мне нужно просто из него выбраться. Так, сейчас быстренько посмотрим, как это сделать. И будем отсюда выбираться. Так, дверька не открыла. Телефон уже не работает. Кстати, он работал вначале. Я мог даже нажать что-то, оно пикало. Так, походу, слева выход. Или сюда. Не-не-не. Туда я точно не хочу. Попробую сюда. Ну? Yeah! Ending one! Ну что ж, ребята, у меня получилось пройти эту игру. Это было реально сложно. Потратил на минут 30 или 40, потому что все время не везло с этими аномалиями. Но, ребята, тут есть еще одна крутая концовка, которую я вам хочу обязательно показать. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и жду вас на следующую концовку. До встречи! Пока!